опять затуплю. Мои нервы снова сдают, а я опять затуплю. А я стою на краю, а я опять затуплю. Мои нервы снова сдают. Встаем, встаем, товарищи, встаем, встаем все. Встаем, встаем, встаем. Встаем, встаем, не слышу. Встаем, не слышу. Не слышу. Встаем, 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 встаем. Погнали, погнали, давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Встаем. Поднимаемся, поднимаемся все. Все, можно садиться. Кто стоит сейчас, садимся потихонечку. Садимся, ребята. Не стесняйтесь, садитесь, я разрешаю. Ха-ха. Стоит. Стоит моя родная. Дождалась. Ну сейчас, солнышко, сейчас поедем. Малыха моя стоит. Как говорится, знаешь, есть такое словосочетание. Вперед к подвигам. Че? Вперед к новым подвигам. У, сука. Согласись. На рыбалку мы сели на нашу приору. А я опять закурю. А я опять закурю. А я опять закурю. А я опять закурю. Нужно любить то, что вы делаете. Делать то, что вам хочется делать. Вопреки всему сказанному и несмотря ни на что, ты будешь падать, спотыкаться, но это стоит того, чтобы потом подняться, потому что когда ты поднимешься, ты по-настоящему поймешь. Что-то не понял сейчас, блин. Так, а что у меня нету посылки тут? Вообще ничего нету. Что за бред? Что за бред, дядя? Ты что, депчик или что? Слышишь ты, сука? Не понял, блин. Ебать! Маслори! Открывай багажник, грузить будем. Все, малышка, мучения кончились, блин. Теперь ты будешь самая мощная. Мотор новый пришел, 54ZZ. Ха, брат. А патрубки подойдут или нет? Слышишь, а мне шурать? Блять, мама, я проебал трубу. Блять, труба в гадате. Что делать теперь? Так на свалке или у механика искать трубу эту, если в гадату она упала? А? Не слышу. Так, ладно, короче. Все, идем по Мекселю. Теперь я ставлю, знаешь что? Коллектор.
Потом я ставлю. Ты знаешь, наверное, надо вот эту поставить штучку. Это 100%. Ебальничек, пожалуйста, прикрыли все. Тихо, пенц. Сухач, ты же понимаешь, что шутки про рокера это не шутки. А? Ралька трахается хот, а ты по 15 часов стримишь для школьников. Поэтому она и ушла к рокеру на жесткий музыкальный секс и Ингли Мальмстина. Хамбра. 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 Не понял. Да, да, я. По-моему, все. Смотря. Чувствуется, да, сука? Еще раз повторю. А как ты относишься к тому, что Хесус тоже в Америку улетел? Нормально. Можешь до него доедешь и обратно его в Россию? Хесус улетел в Америку еще давно, потому что он гей. Еще раз повторяю, я вам объяснял, Хесус уехал в Америку, потому что там нормально относятся к геям. И Хесус не мог терпеть вот этого давления, понимаешь? Он хотел быть там, где любят таких, как он, геев. И он уехал в Америку и живет себе спокойно, потому что прайд. Понимаешь, о чем я? Да, он пытался у нас в стране найти себе женщину, но он понял, что женщина это не его. Понимаешь, это не его конек. Хесус гей. И это всем понятно. В Америку он уехал не для того, чтобы жить просто там, знаешь. Он уехал, потому что там гей, прайд, все вот это вот для Хесуса. Вот ему нравится, вот и пожалуйста. Вот он и живет прайд. Хесус прайд. Дед, Фена, Фиаен мягкий знак крутой, но тебе надо перестать думать только о пицце. Думай выше. Пойду ты куда по этой... Ты, сука, многочел или, блядь, наночел? Блять, я умер. Блять, умер, пацан. Блять. Ёбаный рот, блять. Пока колонку нашел, я умер. Ёбаный. По новой, сука, и без сохраняшек, сука.